Всем здравствуйте! Сегодня мы будем садить фикус Бенджамина сорт Starlight. Значит, вот такие вот они у нас три черенка. Они у меня стояли, значит, в земле. Внизу пенопласт был насыпан, да, вместо дренажа, вместо керамзита в качестве дренажа. И вот такие вот три череночка. Значит, им где-то месяца полтора в среднем, да, они уже дали корни. Посмотрите, значит, вот корешки, вот их корешки такие уже у каждого. То есть они еще не завиваются, но вот они уже все пошли вниз. Видите, вот такие корешочки уже начинают они темнеть. Этот самый маленький, у него вот пока корней таких вот видимых не видно, которые вышли. Ну вот будем смотреть, что у него там все-таки внутри. Так, я предлагаю его посадить вот такой вот горшочек небольшой. Все три вместе. Плести я их не хочу, просто я хочу, чтобы они были для пышности. Три вместе посадить. Вот, так как я уже хотела их немножечко подольше подержать, да, в этих стаканчиках, чтобы они уже прижились конкретно. Но вот судя по вот этим вот череночкам, да, которые я пересаживала, у них очень довольно большая корневая система и быстро нарастает. Поэтому, чтобы они все вошли нормально и нормально прижились, я думаю, их уже вот самое время. Значит, начнем у нас какой вот будем также их садить треугольничком. Значит, предлагаю следующее сделать. Значит, я уже вот керамзит взяла от этих фикусов, остался, вот недавно пересаживала. Поэтому я его не стала мыть, он у нас такой вот и есть, уже использованный. Растение у меня не больное было, да, здоровое, поэтому керамзит можно использовать повторно, да, хоть сколько раз можно использовать. Главное, чтобы в нем не было никакой заразы. Бывает так, что если, конечно, у вас было больное какое-то растение, и что-то в нем там поселилось, какие-то вредители, то, конечно, лучше керамзит после него не брать. Потому что, сами понимаете, керамзит, он пористый материал, и он имеет свойство в себя впитывать все, в том числе и негативное, да, то есть. Поэтому вот если растение здоровое, можно его и использовать повторно после. Потому что смысл его выбрасывать я не вижу. И те же самые, даже вот, к примеру сказать, горшочки маленькие, да, я сначала покупаю маленькие горшочки, рассаживаю по ним вот эти вот молодые растения, а потом уже, соответственно, начинаю пересаживать с маленьких горшочков, и эти маленькие горшочки в последующем, да, применяю повторно, и хоть 10 раз можно их применять, помыть как следует, и все. Так, значит, вот этот горшочек берем, вот так насыпали половинку земли, берем, значит, первый. Нам, во-первых, его нужно вытащить аккуратненько и удалить с него вот эту вот белую, желательно не тревожить землю, удалить пенопласт, потому что он нам здесь совсем ни к чему. У нас есть дренаж в виде керамзита. Земля, видите, очень рыхлая, еще не слежавшаяся. И уже вот чем плох пенопласт, кстати говоря, тем, что в него сильно вырастают корни. И как в виде очень временного материала еще можно его использовать, но потом они просто сквозь него прорастают. И тихонечко берем прямо вот таким вот и стараемся посадить вот так вот в середину, даже не в середину, а сбоку. Вот, видите, чтобы они прямо цельно. Раз, один, стоит. Так, следующий, второй берем побольше, который тоже еще. Тихо. Это, кстати, вот об этом сорте. Я за ним очень давно гонялась. Он мне очень нравится, белый сорт. Но он самый привередливый. Он у меня укоренялся со второго раза. Они укоренились. Первая партия я брала вот у знакомых. Отрывала. То есть с первого раза они даже не укоренились. Только со второго раза. Потому что он очень привередливый. Вот честно. Такое растение, которое вот непростое. За ним нужен уход. Видите, даже вот удобно, кстати, да, что раз такие небольшие три небольших стаканчика, и как раз вот они вот по объему даже как бы входят хоть вместе, втроем. А если бы было бы вот, да, тоже вот как садят и плетут и решеточками там и так далее, там плетение, и 6, и 8 садят вместе, как их садить? Вот изначально, сами понимаете, да, что их очень тяжело, потом будет вот этот цветочек. Я за него переживаю, что есть у него вообще корни или нет, потому что их не видно вроде бы. Но новые росточки он дает
вернее, листочки, он выпускает. Так, здесь сильно низко для него. Ставим обратно, и надо его маленечко приподнять с помощью земли. Вот сюда вот берем земли и подсыпаем, чтобы у нас был выше остальных, потому что он сильно маленький, он у нас так совсем, они его загнобят, эти высокие. Поэтому маленечко подсыпем, чтобы он у нас был немного повыше, посильнее себя чувствовал. Так, теперь еще раз пробуем ставить его, вот, чтобы они не сломались. Так, развернуть его как-то тоже надо бы. Чтобы, видите, тоже их надо писать так, чтобы они же тоже все растут в какую-то определенную свою сторону. Правильно? И их нужно вот. Вот оно. То самое, то, что я хотела. Так, вот их маленько развернуть еще, чтобы они все втроем вместе дружно уживались, но были направлены в разные стороны, не мешающие друг другу. Вот я так думаю. Тоже шевелить сильно-то и нельзя, понимаете? Вот таким образом они у нас будут расти. Сейчас мы их установили. И сейчас будем подсыпать земли. Будем подсыпать земли. Значит, мы уберем пока. Лишнее. Будем подсыпать. Так, аккуратненько отодвигаем и засыпаем вот эти вот отверстия новой земельки. Здесь у нас получается 3 угла пустых. Вот их надо заполнить. Тоже, видите, они могут и не пережиться, то есть может какой-то один там, не знаю, они могут друг другу мешать. Чем раньше их, я думаю, посадим, тем меньше им будет. Чем быстрее они привыкнут друг к другу, тем меньше у них будет стресса. Когда уже больше растение уже росло отдельно, стоящее, да, оно уже привыкло одно расти отдельно, и к нему подсаживают каких-то соседей, ему не совсем приятно. То есть там уже на самом деле может быть большое забить маленькое, меньшее растение, вернее. Поэтому вот как-то вот так. Я за маленького переживаю. Главное... Охота же, что все их сохранить, все три черночка, чтобы они все вместе росли и хорошо себя чувствовали. Так, вот так вот засыпаем. Какие-то вот комочки убираем, они не нужны. И вот здесь еще немножечко. Так. Ну и можно, конечно, придавить. Так, это можно руками сделать. Теперь вот их мы посадили. Серединку еще можно, серединка у нас тоже здесь была, у нас пустота. Вот как-то так я засыпала все. Сейчас будем их придавливать, чтобы они у нас... Кстати, когда надавливаешь, они еще входят дальше. Тут маленький, прямо страшно за него, если у него там вообще корешочки или нет. Тут что-то интересно. Надеюсь, приживется все-таки. Так. Вообще прям листочков. Ну, видите, много лишних нижних листочков, которые мы не удаляли в свое время. Ну, вот как-то так. Получается, они у нас, видите, все серединка пустая. А они у меня все с краев получились. Тоже не так. Ну, в принципе, они будут разрастаться, думаю. Думаю, ничего страшного. Произойти не должно. Вот тяжело, одно растение посадила. А здесь вот с фикусами нужно, видите, рассчитать четко, чтобы никак они вместе войдут, как их вместе посадить, как они в дальнейшем будут расти, в какие стороны направлены и так далее. Вот. Значит, вот такое у нас получилось растение новое. 3 росточка вместе. Вот такая вот серединка у нас пустая. Ну, вот они пока, вот видите, горшок небольшой взяла. Поэтому я думаю, что в этом горшочке будет нормально пока некоторое время, пока они вот приживутся. Потом уже они срастутся, будем пересаживать их в более больший горшок. Сильно сразу большой не стало. И так как они белые, горшочек, думаю, белый им подойдет больше. Тоже начинаешь поливать, они... Этот беленький, он прямо совсем. Даже видите, без корней еще, видимо, сильно плотных. Он слишком... Шевелится, он прям болтается в этой земельке.
Сейчас каждый вот так вот полили. Земля села. Придавить их каждый. Придавить надо их в сторону, в серединке, чтобы они не совсем были направлены в бок. Пока вот как мы их сейчас посадим, так они у нас и будут потом приживаться. Здесь у нас еще веточка отдельно. Ее надо вот так, чтобы она у нас... Ничего, будем смотреть. Очень грязная работа, конечно, все это. Так, это у нас грязненький такой. Мы сейчас его попрыскаем, протрем. У нас будет красивый, беленький опять стоять. Вот, вот такое вот получилось у нас растение. Значит, пока мы его вот полили, сейчас обрыскаю и пускай у нас стоит. Все, спасибо, до новых встреч.